Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается RDR 2 «Реальная жизнь». Мы продолжаем выживать на Диком Западе, охотиться, и писали много комментариев, чтоб я начал убивать, грабить караваны и банки. Мы сейчас как раз отправляемся в один из городков и посмотрим, чем там можно поживиться и как можно добыть денег. Потому что денег у нас буквально чуть-чуть, у нас сколько? У нас 10 баксов, у нас есть револьвер и старая винтовка, карабин. Я слышу какие-то перестрелки. Но мне интереснее пойти все-таки в город и посмотреть, чем можно там поживиться. Так, у нас две лошадки, я одну лошадку отпускаю на совсем. Пошла. Нормально. Шляпы теряли. Шляпы дымы, Артурчик. Погнали. Погнали в город. Я хочу посмотреть, какие возможности там есть. И есть чем поживиться. Погнали. А, я думаю, эти пути как раз будут приведут нас к городу. К какому городку? И там посмотрим, что там есть интересного. Прекрасная ночь. Луна и звезды. И Дикий Запад впереди нас. Нас ждет дальнейшее выживание. Что у нас по... О, у меня даже ничего нету. В принципе, есть морковка. Есть морковка, а для лошадочки у нас есть маска. Можно, если что, одеть маску. Но мне нужна еда. Так, у меня еда есть какая-нибудь? Мне нужно, понимаешь, на пропитание. Сигаретки, сигаретки, крупная дичь. Мы маленько поохотились, покушали. Это уже хорошо. Но нужно гораздо больше еды, потому что это Дикий Запад. И тут выживание довольно суровое. Ну а себе подписончик, лайкосик и комментарий. Как дальше будем выживать и что будем делать? Можно заниматься фермером. Можно заниматься грабежами поездов и банков. Пиши все в комментарии. Мы это все дело обсудим. А мы приближаемся к какому-то городку. Да, я вижу какой-то дымок. Вижу здание, и мы приблизились. Как интересно называется городок? Артурчик. Добро пожаловать. Это у нас Валентай. Да. Мы прибыли ночью. Я думаю, здесь ночью будет работать салон. Там можно будет зайти и подраться с кем-нибудь. Или поиграть в покер. Что у нас тут есть интересное? Это у нас вокзал, как понимаю. Фермерское дело. Нет, 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 это не то. Мне интересно, что ты знаешь, как можно подняться быстренько и со вкусом. Чтобы были погони, перестрелки. Возможно, можно будет устроиться шерифом. Хорошая идея, кстати. Есть, конечно, есть места свободные у шерифа. А мне кажется, там места всегда есть. Потому что бандиты не дремлют. Перестрелки идут, и шерифы погибают. Моя хорошая лошадка. Все хорошо. Нужно поднять доверие, чтобы она всегда спасала нас в трудные. Стой, 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 стой. Нет, это не с нами, заговорили. Мне нужен салон. Мне нужно посмотреть, где находится банк, где находится сам шериф. И, конечно же, что тут есть интересно. Кстати, можно включить, в принципе, нам карту. Давай-ка обычную карту включим. Вот так. Видно будет намного больше. Что есть где? Есть оружейка, кстати. О, пьяные шатаются. Тут есть чем поживиться. Так я сразу вижу шерифа. А он не спит, не дремлет. Можно поздороваться, кстати. Можем привязать лошадку прямо тут и уже пойти. Хотя нет, у нас получается доктор есть. А здесь у нас оружейка, но она закрыта ночью. Мы не сможем купить патриков. Кстати, я вижу банк. Да-да-да, есть тут банк. Можно его грабануть. Так, привяжем тут лошадку. Как раз напротив салона находится банк. Но у нас есть карабин и 200 патронов на револьвер. Довольно мало, конечно. Зайдем, выпьем, обсудим это дело. Пиши в комментариях тоже, чем заняться. Много девчат. Ребята веселятся, все офигенно. Денег нам, надеюсь, хватит на выпивку. И это дело нужно будет, конечно, обсудить. Так, бармен,
Да, напитки. Ох, можно покушать, кстати. $3? Вот это ценник, не-не, что-то я передумал. Давай-ка просто напиток возьмем, 50 нам этого пойдет. Просто нам пивко и все достаточно будет. 50 центов, это нормально. Ну что, есть идеи, конечно, есть хорошая идея. Артурчик, как тебе идея, как грабануть банк? Потрясающая идея, но я не знаю, нам нужны патрики, можно будет зайти, знаешь, сюда. С утреца уже? Да, с утреца зайти уже, посмотреть, как работает банк. Ну, проходи. Ну, что такое? Я не понял. Тебе навалять, что ли? Давай выйдем. Все, успокойся. Артурчик, наваляем ему. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, второй пошел уже, вот это замес пошел. Артурчик, наваляем, слушай, он довольно здоровенький. Эх, вдвоем же каудит, что происходит, ребята. Пока энергии хватает, жизни тоже хватает. Артурчик, он довольно здоровый, выйдем на улицу, поговорим. О, вся морда избита уже, Артур. Спокойно, спокойно, отступаем. Отступаем, Артур. Эх, парбей получил. На тебя вхарю, на тебя вхарю. Ууу, вот это да, Артур, пропусти парочку ударов. Слушай, он здоровый бугай-то. Все, отрубили. Ух, вот это да. Обалдеть, слушай, жарко, жарко было. Все лицо избито. Это будет наш трофей. Так, нужно еще выпить, я думаю, и пойти поспать. А уже утром глянуть, что есть что. Потому что грабануть уже, понимаешь, этот банк мне хочется. Бармен, ты куда делся? Зараза. Миндальку скушаем. И пойдем наверх, поспим до самого утра. Ух, морду нам, конечно, набили неплохо. Но мы тоже. Не с востока пришли. Так, у нас есть свободные комнатки. Да, есть свободные комнатки. Пойдем поспим. И дело утром посмотрим. Купим патронов, если что. И, конечно же, глянем, что внутри банка. Настало утро, друзья. И пойдемте глянем, как у нас там в банке. Как его можно грабануть. И чем будем грабить. У нас есть, по идее, револьвер. И, кажется, карабин есть на лошадке. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас есть патронов, конечно же. И мне нужна другая шляпка. Эта шляпка, знаешь, не для ограбления. Так, моя лошадка припаркована вот здесь. Какое у нас есть оружие? У нас есть карабин. В принципе, неплохо. А вот оружие у нас очень сильно грязное. Нужно его будет почистить. Так, хорошо, достаем наше оружие. Давай-ка. Артурчик, убери его за спину. Нам не нужно раньше времени проблемки. И пойдем купим, наверное, патрики. Они нам пригодятся для перестрелки. Будет потеха. Так, походу банк у нас открытый. Знаешь, можно подойти, посмотреть сейчас, что там почем, сколько там охраны. А вот сколько там денег, мы уже чуть позже посмотрим. Зайдем в банк. Оденем, конечно же, маску. Пойдем, Артурик, зайдем. А мы пошли без оружия, да, все нормально. О, ты смотри, ты посмотри здесь, ребята, с оружием ходят. Да, серьезно, ребятишки, у нас так. А у нас есть один охранник с левой стороны, видишь? Да. Мы видим все это прекрасно, Артурик, мы посмотрели. Есть снаружи тоже два перца каких-то, читает газетку, курит травку. А шериф на месте, я вижу, да, шериф на месте. Ух, сколько здесь чуваков с оружием. Да, будет перестрелка, будет заварушка, дорогие друзья. Пиши в комментарии, будет заварушка, либо не будет. Я чувствую, попахивает жареным. Так, давай-ка купим нам патрики для карабина и для револьвера. А, нет, погоди, нам нужен не револьвер. Здесь можно есть чем поживиться. Но у нас $9! Это очень мало. Вот это да. Волканик есть. Так, хорошо. Все это, конечно, красиво. Но нас интересуют боеприпасы на револьвер, пистолет. Так, это у нас экспресс-патроны. Очень дорогие патроны. О, $1. Берем. А, 200 уже максимум. Хорошо. На карабин. А, мне нужны на карабин. Есть скоростные, есть обычные. Давай-ка. Обычных.
200 патронов максимум. Все, мы выходим отсюда. Чистим оружие, меняем шляпку и готовы идти. У меня появилась идейка. Мы должны зайти сзади, Артурик. Да, мы зайдем, наверное, сзади. Припаркуем нашу лошадку там и будем давать дёру после ограбления банка. В чем проблема? Ну, побили мы ночью чувака. В чем? Мы дали сдачи. Так, окейшки, давай-ка. Давай-ка, красотуля моя. Пойдем. Ну вот, смотри, смотри, как шагает. Смотри, как ковбой шагает, заходит. Такой походкой. Так, Артурик, что у нас по шляпе? Да-да, у нас есть шляпа. К черту этот трофей. У нас есть наш шляпа. Давай, Артурик, прибавим скорости. Мы должны сейчас почистить оружие. Угу, почистим. 200 патронов тех и тех. Ну, в принципе, это будет достаточно, я думаю. 400 трупов будет против тебя, Артурик. Жарко будет, я чувствую, да? Будет чертовски жарко. Вот как раз здесь, сзади банка, припаркуем нашу лошадку. Вот так. Я запрыгиваю быстро на тебя и даем когти. Но сперва нужно его грабануть. Артурик, тебе не кажется это? Так, берем оружие. Артурик, доставай. Карабин нам пригодится. Карабинчик пригодится. Нужно почистить оружие. Одевай масочку и вперед, Артур, на перестрелке. Но наша задача грабануть и маленько деньжат. Нам нужны деньги. На Диком Западе всегда нужны деньги. А как же без денег, да, Артур? Нам нужны деньги, шмотки, оружие и, конечно, какой-то домик. Пиши в комментарии, мой друг, что купить, когда мы... будем реально богаты. Но это будет очень. В чем проблема? Чувак, все нормально. Одеваем масочку, все. Артурик, мы готовы. Да, мы готовы. Взяли все оружие. А, видишь, обход идет. Видишь, обход прямо на меня идет. С оружием, чувак. Добрый день, сэр. Как поживаете? Пока все нормально. Пока у нас ладошки еще не вспотели. Пока все нормально. Но я уже подтираю маленько их, потому что я чувствую, будет перестрелка. Так или иначе, сегодня кто-то погибнет. Но я думаю, это не мы, Артур, правильно? Так, мы заходим. Я вижу с левой стороны. Слушай, его нужно просто вырубить. Окей. Артурик, мы готовы вырубать его. Просто вмажь ему! Артур, отлично, отлично. Погоди, я в розыске сразу же. Это ограбление, чувак, это ограбление. Походу поздняк. Реально поздняк уже, нам придется уже уходить. Артур, нам уходить нужно. Черт. Что-то пошло не так, я чувствую, что-то не то. Перестрелка начинается. Лежать. Смотри, как живучит, гадюнушка. Артур! Прям по окошкам. Прям в глаз ему. Ох, лежачего добили. Артур, что-то пошло не так. Ограбление банка у нас... Так, пока никого нету. Перестрелили всех. Выбегаем. Берем патроны быстренько. И на лошадку у нас 85 баксов я должен. Обалдеть. Вперед, Артур. Там их дофига я вижу. Двое точно есть. Вперед, Артур. Уходим. Просто уходим. Да, толпа, лошадка, все нормально, мы уходим. 85 баксов за мою голову. Да, у меня нет столько денег. У нас всего лишь 3 бакса. 3 бакса 97 центов. Ух, в чем проблема? Я вырубил его вон, ну там походу слишком много охраны было, или в чем? Я не понимаю, Артур, в чем проблема? Ты мне скажи. Все было нормально. Мы зашли, все офигенно. Мы зашли, хорошо. Мы сейчас оторвемся от погони и идем снова в город. Снова в город идем, да, Артур. Мы снова идем в город и пробуем снова грабануть. Правда, за нашу голову назначена уже награда 90 баксов. И что ж с этим делать? Все, Артур, мы оторвались. Угу, мы оторвались. И прям, знаешь, в наглую, да, мы в наглую идем обратно. Мы в наглую, Артур, идем обратно. Так, даже маску не буду снимать. Мы зайдем с задней стороны, также припаркуемся и заваливаем внутрь. Я не знаю, что там будет сейчас. Там кипиш полный уже. Да, уже видно, зона. Здесь зона уже розыска моего. Но, понимаешь,
Ядро не падает в одно место дважды. Это не про нас с Артуром. Да-да-да. Это не про нас, Артур. Давай-ка. Вперед. Нормально, лошадка устала. Нет, не устала. Ну, перестрелка довольно... Быстро все произошло. Мы, кажется, двоих, троих убили. Так, все, паркуемся. Все нормально. Подметай дальше. Ничего не изменилось. Давай, Артур, просто знаешь, заваливаем по-жесткому туда. По-жесткому заваливаемся. Так, у нас заваливаемся. Вырубаем это чувака. Все, вырубаем. Все. Это ограбление. Это ограбление, твою дивизию. Заваливаемся. Где-то, черт. Ну-ка, пошел. Пошел с сейфу быстро. Слушай, я тебе говорил, ядро не падает дважды. Мы зашли. Давай, открывай свою дверь. Черт возьми. Так, стрелять не будем. Но я хочу его вырубить. Давай, открывай быстрее, черт возьми. Нормально, Артур. Так, все. На тебе в харю, все, минус 15 секунд. Ах, черт, 15 секунд. А, где сейф? Сейф, мне нужен сейф, Артур, погоди, Артурчик. А, не торопимся, вот сейф. Да, есть сейф, окей, Артур, что, давай взломывать его. У нас есть 5 минут практически 5 минут комбинации. О, комбинация 80 была, 80. Сейчас ломаем. Сейчас. Артур. Пропустил, Артурик. Давай еще разок. Ух, три нужно. Комбинация. Около 60 было. Вернемся еще разок. Ну, давай. 65! Да чертов с два! Быстрей! Ау, поздняк! Опять в розыске! Я снова в розыске! Воу! Ты смотри, сколько их! Ребята! Воу, Артур, заходим, у нас перестрелка здесь жесткая, уходим. Ты кто такой? Спокойно. Артур, спокойно, мы отстреливаемся. Мы пока отстреливаемся. Да на его сейф взломать, а в чем проблема? В чем проблема была? Не знаю, в чем проблема, но сейчас у нас жесткие проблемы. Артур, главное перезарядку. Все нормально. Мы живы. Они заходят. Пули свистят. Артур прям в шапку. Промахнулся, что ли? Так, нормально. Но они еще заходят. Перезарядка. Главное перезарядка. Там с дробашом идет, что зашел, что ли? Ку-ку. Погоди. Так, еще двое или трое. Сдохнем. Перезарядку скорее. Там еще идет. Там их слишком много. Там уже не просто шрифы, там уже местные жители. Это, походу, просто уже местный житель. Так, осталось двое. Местные жители идут ко мне в атаку, они меня окружают. Моя лошадка сзади стоит. Где вход? Где выход отсюда? Какой вход? Вход я уже нашел. Да сдохни. Так, местный житель идет. Где-то здесь прям. Лошадка, где моя? Где моя хорошая? Ух, вот это выстрел хороший. Это выстрел отличный. Так, мы лошадку подзываем. Подзываем лошадочку. Сколько? Живой или мертвый? Запретная зона. К черту вздувает запретную зону. Лошадку мне надо. Мне нужна лошадка. Где мой карабин? Мне нужен карабин. Уходим. Сколько за мою голову назначить награду? Я даже и не знаю. Мне нужен карабин, мне нужна моя лошадка. Да вон повозка есть. Они идут. Не ты был, да, Артурик? А ты кто такой? Воу, красавица, стой. Пули свистят.
Эх, черт, улетел. Вот так. Нормально. Артур, мы пока живой, но сейф мы не взломали. У нас много проблем, дорогие друзья. Мы уходим уже от погони. Пока погони нету, но мы уходим отсюда. С Валентаем мы покидаем. Потому что здесь не получилось взломать сейф. Но это нелегкое дело. Ты понимаешь, ограбление это нелегкое дело. Мы будем пробовать другие ограбления какие-то, дилижансов, поездов. Будем, конечно, пробовать. Где мой карабин? Мой карабин был где? Почему он был на лошадке? Все, в розыске мы уже уходим от преследования. Очень быстренько все ушли. Убили десятки. Точно десяток мы убили там. Полегло очень много. Оружия нового мы не взяли. Патрики у нас только расходники были. Обалдеть. 3 бакса в кармане и у нас 260 баксов. Да вы чё? Вот это да. Дорогие друзья, уже увидимся в новых роликах в РДР 2. Реальная жизнь. И пиши комментарий, как будем дальше выживать. Как видишь, очень сложно на Диком Западе выживать. Даже грабить тяжело. Всем спасибо, кто смотрел до конца. Всем удачи и всем пока.